Дорожинский Артемий, защитник сборной УРФУ. Скажи, как тебе игра? Ну, эмоции отрицательные, конечно, получили от игры, потому что не удалось выиграть. Настраивались на победу, но были невынужденные ошибки и невынужденное удаление, которое привело к меньшинству, и было очень тяжело второй тайм играть. Проиграли, я считаю, по делу. Результат закономерен. Питер — это та команда, которую нельзя обыграть? Да, конечно, можно. Если, я думаю, мы бы сыграли в свою силу сегодня и не ошибались в простых ситуациях, то выиграли бы, конечно. Сейчас надо думать и исправлять как-то, потому что в атаке мы ничего пока создать не можем. За что получил карточку? Я за фол получил карточку, как бы, за срыв атаки. Да, карточку получил по делу.